путешествие по реке Эдер продолжается. Так, Юка, что, давай толкаем. В этой яме мы так ничего и не поймали. Поедем до этой речки, где говорят, много таймения. Камней много, но... Йока, чуть-чуть левее, чтобы не видно хорошо было. Помогало, чтобы не...
давай. Здравствуйте. Они местные? Вроде местные, они говорят, мы проехали 10 километров тому назад. Там же ничего не было. Ну что, проехали мы, оказывается, эту речку? Говорят, она пересохла. Это вот он уже, этот каньон. Ну, держись. Попробуем порыбачить. Давай, 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 побеги. Thank you.
и рыбу с майни менять, и куда смотришь? Что думаешь, дела? Без понятия. Да? Без понятия. И ты же монгол. Ты должен местную рыбу знать. Вот ты одна поклевка себе взяла. Ну и то, это хариус 100%. Ну здоровый хариус, где-то, ну, грамм 800. Нашли эту речку. Входа действительно у нее нету. Не грешно было ей проехать. Вот она. И где-то может быть таймень. Надо квадрокоптер запускать. Итог этой поездки суточной. Жестокая кидалово. Если и до этого места и добираться, то я не знаю, сколько километров отсюда. Это раз. Во-вторых, по этому ручью не доберешься никогда даже в большую воду. Не знаю, ну это должна быть супер какая-то вода, наверное, на метра 3 вода должна подняться, да? В этом ручье, чтобы туда пройти. Но это, соответственно, это только весной, и это только муть. Запустили квадрокоптер, покажем потом. Каньон через километр-полтора заканчивается, и этого места до сих пор не видно. И дальше у нас, можно сказать, степи, да, дальше. То есть, если этот каньон есть, то через эту степь дальше, это не знаю, сколько километров. Так что до этого места, возможно, можно только добраться. В Таймене смотрю все еще, пытаюсь увидеть его. Если можно добраться, то только на машине с той стороны. Ну, может, мы попытаемся это сделать там на днях, посмотрим. Ну, в принципе, я так понял, часть делов сгонять. Итог поездки такой, возвращаемся на базу, будем исследовать Мурен. Чулут. В Чулут надо попробовать съездить, да? В Чулут надо попробовать съездить. Там точно река тоже каньонная.
И там-то имение видели. И видели наши русские ребята. Так что есть шанс. Ну, там вход такой печальненький. Ну, в принципе, для нашей лодки не беда, это не вопрос. Ну, все, сейчас. Возвращаемся. 40 километров, 45. Конечно, все нормально, там на меляках нигде не встрянем, то часа полтора и дома. Еще квадрокоптер в одном месте запустим. Такая штуковина у нас получилась. Ехали за чудом. И, ну, в принципе, чудо получили, каньон. Идер, видимо, у Идера это единственное каньонное место. Мы его увидели, увидели единственное, наверное, мы первые. В каком плане, я имею в виду первые? На лодках здесь вообще прокатились. Здесь точно на лодках никто не гонял. Рыбы почему-то пока здесь нету, может, июнь, не знаю. За все время только один хариус, ну, где-то грамм на 800 клюнул. Места такие линковые, линка вообще ни разу не видел, и не клевал, и не видел, тоже вопрос. Единственное, что нам только черная коза попалась, и она подходила несколько раз, нам говорила: ребята, тут таймения нету, зачем вы сюда приехали? Но она с нами сфотографировалась, полялякала с нами. Обрадовалась, что здесь люди появились. Вот такие дела у нас. Едем сейчас обратно на базу. Jet Extreme – профессиональная фото- и видеотехника. You're running the best. Binar.